утро, друзья, товарищи. Отправляемся на рыбалку. Доброго здравия всем, дорогие друзья! Сегодня выбрались на водоем, март, ну а я сейчас пойду ловить с поплавком. Ловить я сегодня буду на 6-метровую удочку, вот такую вот, это мне на Новый год подарил отец. Значит, удочка длиной 6 метров, весит 174 грамма, достаточно она жесткая, кончик здесь идет не солидный, а тубулярный. Леска основная у меня будет 0,14. Вот такую вот я купил лесочку в магазине. Леску через кембрик я продел к концу лески, получается. Креплю. Еще одну флорочку вот такую вот. То есть у меня получается вот такая вот система. Большой кембрик я продеваю на хвост. Все, теперь у меня леска уже абсолютно никуда не денется. Вот, все, снасть готова. Сейчас, если не получится полностью сразу же огрузить поплавок так, как надо, немножко добавим, либо убавим груз. Все, давайте пробовать. Вот, ребят, поплавок мы и огрузили. Первая живность вылезла. Комарики. Маленькие такие. Буду насаживать по одному мотыльку на мормышку и пробовать рыбачить. Вот таким вот образом у меня будет выглядеть вся моя снасть. Мормышка, дальше грузики и поплавок. В общем, рыба себя абсолютно никак не проявила. Попробовал прикормиться, но толку мало. Сейчас решаю переехать выше по течению. Найду там где-нибудь теплую воду. Может быть, уеду на завод. Ну и там попробую половить. Так, ну что, ребят, сейчас я подходил к берегу. В общем, видел леща вот такого вот. Подкинул ему поплавок под носом. Что-то как-то мимо прошел и ушел. Потом смотрю, через воду плотвы просто вообще немереное количество. И подходит, главное, вода очень прозрачная, подходит к мормышке нашей. Разворачивается и уходит. Вообще не понимаю, что происходит. Присмотрелся, на дне окуни маленькие такие стоят, вообще прям не шевелятся. Это я поймал первую рыбу за сегодня. Это маленький окунек. Зато смотрите, какой красивый. Что, ребят, похоже, окуни начали поклевывать потихонечку. Уже второй с этого же места. Поклевки такие слабые, потихонечку поплавок уходит под воду. Все равно интересно. Знаете, еще зима, а уже на летнюю длинную удочку ловлю. Классно. Эй! Съела маленькую. Опа! Еще один попал. Салага. Опа! Съела маленькую. Опа!
Еще один шершавый куёк. Опа! Их убежал. Салага. Что у нас попал? Елец. Елец, молодец. Во, знатный ельчик. Так, ребят, попался окунёк. Небольшой. Опачки! Это кто у нас тут? Это, ребята, ёрш. О! Ёрш. На поплавок. Вот и закончилась наша сегодняшняя рыбалка. Клёв был вялый, поклевки были робкими, и сезон чистой воды я открыл. Поймали мы сегодня немного окуньков, одного ерша и одного ельца. Ну а сейчас остается только приехать домой, протереть удочку, ну и немного подождать, когда рыба более-менее активизируется, чтобы можно было ее толково ловить. Ну а у меня на этом все, и увидимся с вами в следующих видео.